интересно устроен мир, что люди не выбирают пол своего ребенка. А все остальное, да? Да. Выбираем. Да. Каждый день. Да. Задача человека сделать правильный выбор. Да. Либо неправильный выбор и получить за это последствия. Да. А пол ребенка, что казалось бы, является личным, важным для родителей, да? Мы хотим детей, но нам не дано выбирать. Потому что жизнь человека – это все-таки решение Господа Бога дать жизнь. И Он решает, мальчику или девочку дать эту жизнь. Да, как именно делить его функциями, с какой судьбой, это Он решает. А нам просто людям, ну родителям в данном случае, велено им заботиться об этом ребенке. И это круто. Вот. Потому что чудеса, которые сейчас происходят даже вот в тебе, они же необъяснимы. Там происходит целый мир новый. Представляешь, внутри тебя происходят такие процессы, что если задуматься, ты просто попутаешь того, то, что насколько удивительно все в этом мире. Да. Поэтому, Господи, мы будем стараться не подвести вообще тебя. Спасибо тебе за это. Вот так вот.